делаете? Путь вам. Оставьте меня в покое. Пойдемте. Слушайте, что вы делаете? Девушка, представьтесь, пожалуйста, можете представиться? А можете представиться? Вы меня задерживаете? Что вы меня тащите? Я сама пойду, хорошо? Оставьте меня. Отпустите меня, я сама пойду. Скажите, будьте добры, пойдите, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Вам его знак хватит. Я... Нет. Вам я сама пойду, если не тащите меня. Ну, что вы так маленькая, тащите. Хорошо, не надо, я пойду сама. Успокойтесь, уберите руки от меня. Ну, отпустите меня. Проходите, 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 проходите. Пусть пойдет. Вам такого не знаю. Хорошо, можете меня отпустить? Она же ясная или что? Потому что мы просто приехали вам помочь и сходить к начальнику колонии. Не берите меня за руку, эй, сержант. Мы на почту письмо отправили. А? На почту сказали, я понял, подождите минутку. Мы должны ждать. Подождите минутку. Что вы меня трогаете? Можете меня оставить? Полицейские схватили сейчас Анастасию Васильеву и ее задерживают. Пожалуйста, снимаются. Они приехали прямо. Не тяните меня за руку. Дай Бог упадет. Anastasia Vasilyeva from the Alliance of Doctors who has been said that she would come here every day. Анастасия, вам вообще объяснили, почему? Нет, даже не дали. Нельзя, кто должен...